Всем привет, ребят! Ну что, настало время у нас прокачать нашу имбушку на максималку нового героя. Реально очень крутой герой. Показал я вам его с новым талантиком. И реально просто мне понравился он. Сейчас попробуем выбить какой-то более-менее нормальный талант. Ну, ему есть смысл, вот так как он автопрокер по локации, талантик на урон ставить, он молчанку кидает всем, то есть, ну, я не знаю, для PvP локации автопрокер нереально крутой получается герой. Так, ну понятно, все, поехали, сразу качнем ему пакт. Заберем сборку на урон, потом возможно я его перекачаю. Вот так вот он у нас будет собран. Ставим сюда ремку. Ремочный вариант. Питомца на отхил, я думаю, мы уберем. Поставим сюда панчбокс. Интересно будет посмотреть на новый талант, новые руны. Так. С этим разобрались. Так, есть, поехали качать судьбу. Надеюсь, у меня там ресурсов хватит. И будем мы заморачиваться над золотом. Качаем сразу герою 12 скилл, чтобы он был на максималке. Ну, потом я уже его докачаю. По прорыву. Так, все, поехали дальше. Вот так вот у него теперь 12-й скилл максимальный. 12-12. Статки, конечно, у него интересные. Но вот такая вот сборка. Это у нас первая эволюция еще. Я уже показал вам. Сейчас мы его вольнем сразу на максималку. Так, есть. И давайте еще докачаем просветы, чтобы он у нас уже был максимального уровня. Ну, останется только прорыв. То есть, ну, прорыв это больше, скажем так, донатная тема. Ну, без доната тоже со временем докачают, но вот так вот. Что мы имеем? Вот такие вот у него статки. 300 тысяч жизни, в принципе, неплохо. Атаки 10 500, тоже реально очень круто. Больше, в принципе, и не надо, потому что в основном все будет дальше давать у нас прорыв, автопрокер. В общем, поехали, как обычно, тестить на максималке по локациям. Давайте начнем с рейда. С панчбоксом, ну там уже половины героев нет просто. То есть по сути он кидает молчу и сливает. Тут панчбокс, видите, мешает. Ну вот, как-то так. Ну, героя он шатает очень круто. Я не знаю, от него реально очень сложно. Вот, смотрите, хоп. И он тоже убился об отражалку. То есть отражалка однозначно это для него
Надо ПДшку ставить на ПВП локациях. Герои с отражалкой будут. Ну а так просто жесть. Ну, что я могу вам сказать? Вы в принципе сами все видите. То есть это чисто ПВПшный герой, который в ПВП локациях будет очень много противнику. Вот видите тут. Единственные варианты это смотритель, который будет блочить. Ну и герои там с мега атакой. Окей, поехали. Поехали на нашу любимую подземочку. Посмотрим, что он может здесь. Так, ну тут опять же у нас смотритель. Нехилый такой у него урон. Сейчас я уберу смотра, потому что интересно посмотреть именно без смотрителя. Но урон мне нравится, ребят. Плюс его все возможности, это, конечно, жесть. Сколько? Чё, 10 лямов зафигачил? Ого! Ребят, это без прорыва. Посмотрите, какой у него бешеный урон. Обалдеть. Так, ну его там, конечно, слили, но это с... понятно с этим. Но посмотрите, какой урон. 6 лямов. Честно говоря, я в шоке от этого урона. Это что-то нереальное. Вот вам просто обычный герой. 12-12. Жесть. Но собран на хорошую атаку. Ну, я же говорю, он на ПВП сейчас будет просто, просто жестко выносить. Поехали дальше. Поехали на арену. Ну, это реально очень круто. Давайте найдем каких-то противников посильней. Убился об отражалку. Просто на отражалке слился. То есть вы понимаете, что этого героя тут урона просто немерено. Ну вот осталась одна ведьма. Круто. Ну вот надо его беречь от отражалки. Потому что, ну в принципе, как и всех героев. Герои с такими прокачками. Вот сейчас, если хрон будет ремочный. Не успели. Так, Фрея. Фрея Фина. Ну, видите, либо дефный вариант качать. Но я, наверное, буду все-таки качать атакующий вариант, потому что... Посмотрите, он на Фрею молчанку накидывает. Только так. Супер. Еще и затащили. Крутой герой. Это он один против пачки, а в пачке против, ну, в пачке с другими героями. Посмотрите, молчанка на Фрею наложена. Блин, у нас отхила тут нет, он бы ее тоже слил. Но у нас без отхила, просто пачка. Супер, очень крутой герой, реально. Мне очень нравится. Быстрый заряд энергии. Посмотрите, его зарядили, все. ПВПшный, чисто ПВПшный, обалденнейший герой. Так, окей, поехали дальше. Поехали на экспедицию. Там, кстати, будет интересно. На волнах я вам его показывал. Просто обалденный. Чисто сливает героев. В этом плане нереально круто. Вот видите, молчание, отражалка на ком-то и все. А, у меня еще тут смотр есть. Давайте кого-то возьмем такого, чтобы подслил. Вот, молчанка. Услили его. То есть отражалка, и он будет убиваться. Никуда вы от этого не денетесь. Давайте обновим, может кто-то поинтереснее будет. То есть на ПВП возможно и подашку ему ставить. Не пакт, а лучше подашку, чтобы об отражалку не убивался, плюс ремка. Ну и новый талант тоже.
неплохо было бы. Он дает инвиз. Но опять же, против смотра, если зеленый смотр, это не спасет. Я это уже тоже показал. Вот видите, отражалка и все. То есть такой вот вариант. И с урона им лучше, конечно же, ставить, наверное, проклятый доспех. Так, с этим мы разобрались. Поехали на ЗБ. Я не знаю, тут у меня противники не ахти. Ну, хоть посмотрим. Сейчас любая отражалка и нас просто нафиг сметает. Даже самая мелкая может отражалка реально напакостить. Смотрите, смотритель половину сразу же унес. Там Бигфут они могут убить. Вечный бой. Только смотритель, но у меня смотрителя нет, они с ним долго будут справляться. Ну, в общем, что я могу вам сказать? Реально очень круто смотрится. Но отражалка — это минус. То есть подашка нужна и плюс ремка. Тут слабенький противник. Сборка реально на атаку. Вот для него очень крутая. Посмотрели видос, если нет, посмотрите видос перед этим, как он расшатал с новым талантом просто пачку со вторыми эволюциями. С первой, причем такой, как он у меня был изначально. Знаю ли мы тут найдем кого-то интересного, но... Вот так вот. Ничья, и дали победу ему. Жесть. Ну, нереально, мне нравится очень герой именно для PvP локации. Посмотрим, что будет, конечно, дальше, но, блин, молчание плюс урезка от хила — это нереально круто. Просто надо защиту от отражалки. Не с кем воевать. Вот видите, отражалка есть, плюс смотритель, то есть надо реально ПДшку ставить. Как вариант. Но герой для ПВП просто четкий. Будет битва гильдии, мы будем там однозначно его тестить. Потому что он бьет по героям, и это реально очень круто. И молчанку кидает. То есть сливать будет вместе с Арой, думаю, очень круто. Давайте еще посмотрим кого-то в топе.
Вот смотрите, кинул молчанку, но опять слился. То есть смотритель там. Вариантов очень много. Не знаю. Надо будет именно битву гильдии посмотреть. Отдельно чисто этим героям потрошевать. Ну вот видите, смотр блокирует, зеленый смотритель, это все. Даже новый талант вас там не спасет. Ну а так, в принципе, герой мне очень нравится на PvP локациях. Давайте еще, кстати, на волнах протестируем в такой сборке. Там сейчас у нас будут... Там, по-моему, с отражалками даже есть... У меня отхила нет. Ну вот видите, чисто героя задействует и все. Дальше уже все. Ну автопрок его просто божественный. Да, вот с отражалками уже были у нас. У меня отхила нет. Нас сейчас, наверное, тут сольют. Либо мы сольемся на отражалке. Да, нас сольют быстрее. Ну, давайте еще раз. Это мы Джей бегали. Я поставлю ему вместо этого. У нас как раз смотрителя нет. Отлично. Блин, молчанку кидает. Вот это мне больше всего нравится. Его если на максималку прокачать, там нормальные статы будут, нормальный ему дев сделать, и реально он просто, ну тут слили, он просто не будет давать возможности нормально юзать скиллы той же самой Фрейи, там, либо тому же самому, ну, Ронин, в принципе, это для него не беда. В общем, вот как-то так. Пишите комменты, что вы думаете, пишите, какие сборки вы хотите увидеть. Всем удачи, всем пока.